Всем привет! С вами снова я, Иван Сусанин. Наша история успеха приближается к логическому завершению. Осталось совсем немножко путей. Я все лишнее сложил, пока я и титановые слитки, все остальное пока сложил по шкатулкам. И сейчас идем на босса. Я думаю, что в таком состоянии я вполне логично могу одержать победу. Не уверен, но все-таки я надеюсь, что у меня получится. Вот, и знаете, что я еще подумал? Вот что-то только первый раз сегодня об этом подумал. Дело в том, что вот эту титановую наковальню, которую я сделал в 10 уровне, ее же можно просто взять, разбить и перенести в первый уровень, да, то есть туда поставить ее, и никаких проблем тогда не получится. Не нужно будет заново титаны столько собирать и второй слиток делать для этого, вторую наковальню такого же уровня высокого. Так что можно сделать именно одну самую ценную, неважно где, а потом просто взять и перенести это все. Ну что, отправляемся к боссу? Ха-ха, вот это бой будет. Вперед! Конец света. Вау! Вот это название. О, жутко. Интересно, что нас ждет там впереди. Вау! Маги, что ли? Это кто? Маги? У него иммунитет! А как мне его побеждать? Значит, надо куда-то бить ему в другое место, да, получается? Что-то может быть другое здесь? Где придется бегать? Не знаю, где придется бегать, но начнем именно с малого. Так, будем догадываться. А, вон, по вот этим бить, нет? Вот по вот этим штукам бить. Да, да, да! Не так сложно. Он даже не видит меня. Ай! Нифига себе, он мощный, а. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Вот это да! Воу-воу-воу-воу-воу! Страшный парень! Чертило! Давай добьем его! Ой, черт! Он восстанавливает свою энергию! Черт, он восстанавливает энергию, гад! Засранец! И в меня кидает свою магию! Нет, не восстанавливает! Нет, не восстанавливает. Ему хуже. Ему от этого будет хуже. Ха-ха, тебе не справиться со мной, парень. Вау. Быстрей, быстрей, быстрей. Уходим. Бой не продолжается. У него иммунитет продолжается тоже. Я не могу попасть. О, он кидается. Все, похоже, я его подбить могу. Давай, 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 разбивай его. Бомби его. Да, 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 чем больше, тем лучше. Да, я тебя победил почти. Ты очень слаб против меня. А, восстановился. Черт. И что сейчас будет дальше? Как мне его победить? Я его не могу победить. А, вот. Опять восстановил эти порталы. То есть, он не такой сложный, как думается. Первоначально, да? Можно его потихонечку вот так вот. Колбасить потихоньку вот так вот. Где-то вот здесь сломать, где-то вот здесь сломать. Куда ты мчишься, тварь? Дрожащая, ха-ха, испуганная мной. Все, я почти его укокошил. Черт. Есть! Есть! Давай, 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 бей его! Бомби его! Колбась! И уничтожай! Нет, это фигово. Наверное, все-таки он все восстановился. Черт. С двух раз я его только немножко смог победить до половины. Не, луком все-таки, наверное, будет лучше всего, потому что лук самый мощный у меня. Вау, 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 вау. Интересно, докуда он пролетает? Вау, я его побаиваюсь немножко, конечно, он, видите, как летает. В эту сторону он не прилетит, наверное. О, он кидает меня. Нет, нет, не кидает. Никто ты против меня. Ты никто. Ты слаб. По-моему... Воу. Прошлые враги были сильнее, чем ты. Ха-ха. Несмотря на то, что ты строишь из себя тут крутого парня. Черт. Еще ни разу ты меня не попал. Воу. Бомби его. Уходим быстрей. Лишь бы не упасть. Все, я его забомбил.
Давай, бомби его, бомби! 200, 200, 200, 200, 500! Нифига я его отфигачил. Давай, 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 еще немножко, ну! Черт, у него не иммунитет восстановится сейчас. Ах, ха-ха. Похоже, с четвертой попытки, может быть, получится, что я не смогу его победить. О, конец света. Нифига себе название, да? Одно название. Чего стоит? О, вот он первый раз меня ударил. О, это было больно. Ну, не очень, как бы, так, так себе. Первый раз он меня ударил. Полтора сердечка всего снес. Да не туда я, не должен я туда в него кидаться. Ай, уходим. По углам я его... А, давай, давай, давай. Есть, еще раз. Еще, давай, давай, забивай его. Ну, блин, как мало у него забирается жизни. Черт, хотелось бы мне его уничтожить до конца уже, но... Неужели не успею? А-а-а. Да, я его победил! Хо-хо-хо-хо! Вот так вот, сражаться со мной. Смотри, учись. Что я собрал? Что-то упало там. Я что-то не смог там. 3200 опыта и что-то упало, блин. Очень важно. Отлично. Я добыл позолоченный... Что там нашел я? Ну-ка, давайте посмотрим. Что я нашел? Я нашел череп чародея. Давайте изучим его. Сразу же. Что за череп чародея? Да, новый рецепт. Офигительный рецепт. Так, череп чародея. Это самая крутая для мага. Ну, я бы не сказал, что она сильнее, чем сабля. Я же все-таки хотел бы все-таки найти летучесть. Еще позволяет шанс вызвать взрыв, получив урон вблизи. Вау. Перед последним проходом. Это у нас последний мир. А оттуда что потом? Потом полная смерть или что? Мне бы хотелось тут походить, но я тут как бы походить все равно не смогу в любом случае. Здесь по этому миру мне просто никуда не пройти. А там в портал идти рановато. Наверное, мы сделаем это с вами в следующей серии. Такая быстрая, победоносная наша сегодняшняя серия. Конец света, похоже, не наступит никогда. Именно благодаря тому, что я смог выиграть у этого монстра, у этого скелета. Я не знаю, кто он там, маг. Скелет или какое-то существо. Мы одержали победу. Конечно, ничего такого ценного вроде бы не собрали. Ну, кроме вот этого позолоченного блока. А, волшебная шерстяная ткань у меня есть. Но я не умею еще делать ткани, потому что у меня недостаточно хороший верстак. Да, верстак. Для того, чтобы сделать эту самую позолоченную ткань. Ну, а сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых серий. Йоху! Вот такая вот победа у нас. Так, что у меня тут есть? А, у меня нету никакого оружия, кроме моего золотого, позолоченного, победоносного лука. Вперед, товарищи, вперед, друзья. Мы выиграем обязательно в последнем бою. Пока.